Здравствуйте, ребятки. Мы с другом немного подкопили деньжат и купили вот эту ласточку. И не для того, чтобы на ней женщин катать, а для того, чтобы ездить на ней по помойкам и собирать находки. Начинаю сезон охоты на находки. И жду вас всех на стримах. Мы будем кататься на этой тачке и в прямом эфире добывать находки в помойках. Находки ищу не только я, а и парень с канала Хорошая Свалка. Подписчиков у него 300 тысяч, а находки просто пушка. Он работает на свалки, находит там крутые находки, ноутбуки, телефоны, смартфоны, все что угодно. Находки просто жесть. Я таких находок лично никогда не находил. Заходите на его канал по ссылочке в описании и пишите, что вы от меня, потому что у него контент реально офигенный. Я на него, кстати, подписан. Это обзор моих находок. Усаживайтесь поудобнее, готовьте вкусняшки и всем приятного просмотра. Погнали! Нашел хлебопечку от бренда Супра. Полностью рабочая. Внутри замешивается тесто, также оно там подогревается. Состояние в принципе нормальное. На Авито ее получится продать рублей за 400. Итак, следующая находка – это огромное количество москитола, гель-бальзам после укусов, скорая помощь после укусов. Он примерно на год просрочен, но я думаю, это не особо страшно, ведь это обычная мазь. Ну и если машкара и комары покусают, такой мазью можно будет смело мазаться. Нашел в помойке тогда аж целых два ящика этой мази. Я в шоке, ребят. Нашел вейп iJazz 2. Состояние вообще офигенное. Даже есть резинка для защиты бака. Вейп полностью рабочий, парит просто прекрасно. Не, ребят, вейп вообще шикарный. Положу его в сюрприз-бокс или подарю кому-нибудь. Нормальная тема. Самое главное, что из помойки совершенно бесплатно. Нашел топовый чемодан от бренда Samsonite. Подобные чемоданы продаются в интернете новые по 22, по 33 тысячи рублей. Конкретно именно такой чемодан я не нашел. Но я первый раз вижу вообще подобный чемодан. Он очень прочный. Сделан из супер толстого пластика. Я даже знаю пин-код от замка 3 единицы. Чемодан очень крепкий и вместительный. И ощущается сразу, что это дорогая вещь. Колеса большие, прорезиненные и крепкие. Конструкция весьма прочная. Все работает просто идеально. Единственная проблема у чемодана это только внешнее состояние. Есть небольшие пятна, но это все можно помыть или на крайний случай его просто баллончиком перекрасить. Так что эта проблема я считаю вообще не критична. Чемодан просто топчик, оставлю его себе. Нашел шляпу цилиндр на стриме. И из-за того, что конкуренция очень жесткая, я в эту ночь на стриме кроме этой шляпы ничего не нашел. Ее желательно, конечно, сдать в химчистку, но в принципе ее продать можно будет на Авито, я думаю, за 1000 рублей. Шляпа от бренда Linoa Hat. Или как вариант я ее сам могу носить, только осталось найти трость и буду истинным аристократом помоек нашел три пачки просто офигеннейших чипсов. А также пачку семечек, бабушкины семечки. Кстати, братва, я в жизни никогда таких вкусных семечек в России не пробовал. Семечки реально топовые, всем их советую. А вот эти чипсы, тут даже ценник есть, стоят они 86 рублей. Они очень вкусные. Типа натуральный продукт. Но они просрочены примерно на полгода. Помоечка балует вкусными чипсами. Я, кстати, такие вкусные чипсы в жизни вообще никогда не пробовал. И посмотрите, как они выглядят. Сделаны, походу, из лаваша. Чипсики просто изумительные, они очень вкусные. No! Нашел надувную лодку вот в этом прекрасном рюкзаке. Это типа специальный рюкзак для надувной лодки. С лодкой был насос, ну и внутри там эта лодка находится. Фоточки лодки сейчас вам покажу. Она абсолютно без дырок. Смотрится довольно-таки неплохо. Но видно по лодке сразу, что она бюджетная. Ну типа на озере купаться пойдет. Ведь я знаю прекрасное озеро в Питере, мое любимое, куда я постоянно езжу отдыхать. Нашел огромную штуку, похожую на перфоратор. Но возможно это отбойный молоток. Я вообще не могу понять, что это такое очень тяжелая, рабочая и очень шумная. Пусть это в принципе рабочий инструмент, но он уже очень старый и вообще не актуальный. Из-за этого сложно будет его продать, но я попытаюсь продать рублей за 300. Возможно и кто-то его купит. А вот это уже по-настоящему опасная находка. Это похоже на заточку и скорее всего она сделана на зоне. Ну или в тюрьме, без понятия. Что с ней делали, я без понятия, но в голове мелькают очень страшные мысли. Попробую ее продать на барахолке, возможно кто-то и купит, но это очень опасная находка. Помойка может дать уголовный срок. Капец, реально страшно. Ручка, кстати, сделана качественно, но по-любому. Делалась эта находочка для очень жестких целей, для устранения конкурентов на зоне клипе, вот с этим попал. Пиздатами, блядь, все нахуй. Что да, Николай, блядь, эй, в вот тюрьмы, блядь. Все, оформляй его на. Сейчас я, думаю, я на да, Николай, блядь. Все. На зону, ты на зону едешь, все. Нашел на стриме рабочий телефон HTC One S. Я еще помню, когда вышли эти телефоны, они реально были топовые, и каждый такой мечтал. Кстати, в него попала влага, линза камеры немножко запотела. Продать такой можно будет на Авито рублей за 300. Нашел древние наушники в коробке. Это наушники Sony. Выглядят они вот так. В комплекте есть док-станция и блок питания. Это одни из самых первых беспроводных наушников. И, кстати, у них есть один косяк. Пробовал в наушники вставлять аккумуляторы, но, тем не менее, наушники не заряжаются. Попытаюсь их продать рублей за 500 на Авито. Возможно, какой-то коллекционер купит и восстановит их. Нашел крутую мультиварку от бренда Stendler Form. Видно по ней, что она реально топовая, тяжелая, пипец. Имеется много режимов для варки. А также крышка у нее открывается вот таким нажатием. Чаша немножко подушаталась, но это в принципе не проблема, чашу можно заменить. Внутри ее нужно отмыть и можно будет продавать на авито рублей за 500 как минимум. Потому что подобная мультиварка стоит бешеных денег. Только сейчас на этапе монтажа я загуглил эту мультиварку и просто офигел, стоит она новая 15 тысяч рублей. Поэтому ни за какие 500 рублей я ее не продам, я ее оставлю себе. Ну а если в будущем буду ее продавать, то продам минимум за 4000 рублей. А еще недавно на стриме нашел смартфон от бренда Nokia. Старенький, но тем не менее он полностью рабочий. What the fuck is this? И самое интересное, братва, то, что на нем стоит пароль. Я на стриме спросил у подписчиков пароль, и один из подписчиков его угадал. Пароль был 1, 2, 3, 4, 5. Я был реально в шоке. Ну а телефон, кстати, довольно-таки неплохой для своих лет. И пользоваться им полностью можно. Телефон, кстати, на две сим-карты. Ну а вот какая модель телефона, непонятно. Наклейку кто-то сдер. Попробую продать его рублей за 300. Нашел супер топовые крутые колонки от бренда Microlab. И это не просто колонки, это звуковые мониторы. Они, кстати, очень большие. Звук у этих колонок, походу, просто изумительный, но я, к сожалению, не могу проверить их звучание, так как эти колонки нифига не работают. Скорее всего, проблема в том, что в этих колонках сдулись кондеры. В общем, колонки нужно каким-то способом чинить. Но я в этих делах абсолютно не разбираюсь. Если кто-то из вас знает, в чем проблема, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а вообще такие колонки на Авито продают в среднем по 2500 рублей. Ну а новые стоят примерно 10 тысяч. Очень обидно, ведь колонки реально топовые. Очень бы хотелось их себе оставить. Нашел кожаный плащ, родом из 90-х. Состояние у него, кстати, отличное. Я бы его вообще по вам не показывал, но чисто из-за этого его стоит показать. Смотрите, здесь есть место для хранения пистолета. То есть, по сути, это кабура, которая вшита в плащ. Это реально жесть. Какие-то криминальные находки пошли. В плаще даже есть запасная пуговица, которая вшита вот таким образом. Плащ в размере L от бренда Менда Пилле. Бескин Хоуз. В кармане денег нет, и это очень обидно. В принципе, такой плащик можно было бы продать за нормальные бабки. Для ценителей. Я думаю, иметь кобуру в плаще все бандиты захотят. И купят у меня его. Возможно, даже за тысячу рублей. Братва, я чувствую прям прилив криминальной силы в этом плаще. Он, кстати, мне вообще идеально подходит таким плащом можно реально идти на разборки и иметь пистолет всегда под рукой. Если кто-то из вас захочет купить этот плащ, пишите мне ВКонтакте. Headshot. Нашел разбитый в хлам Samsung. Что за модель, непонятно. На две сим-карты. Зачем было так жестко телефон разбивать, я не понимаю. Его даже, кстати, пытались согнуть. Пробовал ставить на зарядку ноль реакции. Возможно, плата живая. Просто сдохла батарея после таких ударов. Попытаюсь продать его на запчасти, возможно, кто-то его и купит. Нашел батарею от макбука, возможно, она рабочая. Попытаюсь ее продать в рублей за 500 на авито. И, кстати, она очень красиво смотрится. В технике Apple идеально просто все, реально. И батарея, кстати, очень тоненькая. The Sigenby Apple de California. Нашел две пары кроссов кроссовок. Первые кроссовки Adidas 45 размера. Мне они подходят просто идеально. Состояние у кроссовок также идеальное. Постирать и будут просто как новенькие. Стоят такие кроссовки в магазине Adidas примерно 5000 рублей и я уверен на 100% что это оригинал. Модель кроссовок Adidas Alpha Bones. Смотрятся офигенно. Я уже кстати забыл, когда я последний раз что-то себе покупал в магазине. Меня реально помойка обувает и одевает. Вот еще неплохие кроссовочки от бренда Reebok. По качеству видно, что это тоже оригинал. Состояние подошвы в принципе нормальное, ну и кроссовок в целом. Их конечно же нужно отстирать, и в принципе можно будет их продать рублей за 300. Кроссовки 42 размера, скорее всего осенние-весенние. Ну точно не летние, потому что они сделаны из какой-то толстой ткани, возможно это даже кожа. Нашел крутые часы от бренда Sunlight, женские. Они, кстати, не работают. Скорее всего нужно просто заменить батарейку. А какая-то девушка их выкинула по-любому из-за того, что отломалась застежка. Просто вот эта штучка, которая держит застежку, вылетела. Часы полностью оригинальные. И, кстати, реально часы красивые. Положу их в женский сюрприз бокс. Ко мне недавно приходил подписчик и подарил мне зубную щетку Xiaomi. Она реально топовая, заряжается с помощью подставки, куда она просто вставляется. Никаких проводов нет. Очень удобная. В ней есть даже Bluetooth для того, чтобы было сопряжение с смартфоном для отслеживания и настройки зубной щетки. Имеется 4 режима, щетка реально топчик. Стоит такая новая примерно 3500 рублей. Куплю для нее насадки и буду чистить зубы с кайфом, халявной зубной щеточкой. Нашел коньки от бренда Larsen в своей коробочке. А коньки так-то фигурные в отличном состоянии. Жалко, что сейчас не зима и хрен их кто купит. Но приберечь к зиме можно, а зимой я их продам рублей за 500. А еще нашел ролики. О, да, ребятки, ролики. 36, 37, 38, 39 размера. Целые, вроде бы как, нормальные. В принципе, продать их можно будет на Авито рублей за 300. Сейчас как раз сезон. Такие ролики улетят со свистом по-любому. Ну, я, по крайней мере, в это верю, что их хотя бы кто-то купит. А вот это уже не ликвидная находка. Это принтер HP DiskJet Jet and Advanced 1515. Принц. Копии. Ну, короче, он работает. Вроде бы как, да, все светится, но к компу его мне не подключить, потому что у нас до сих пор здесь в гараже нет нормального компьютера для тестирования подобных находок. Поэтому я. Его продам, как кота в мешке на барахолке, за 100 рублей или на авито за полтинничек улетит просто со свистом. Вообще принтеры и подобная техника очень долго продается на вторичке. Так здесь тем более еще и картриджев нет. Я просто в шоке, ребят. Это залупа реальная. Братва, я в шоке. Я стекло разбил. В комплекте с принтером был блок питания и USB кабель для подключения. Ну, вот это пригодится в хозяйстве. Нашелся я, походу, новый костюмчик в чехле. Расстегнул чехол. Зацените рубашка от фирмы Олимп, пиджак, галстук и брюки целый набор возьму для реквизита пойдет буду видосики снимать в этом пиджачке это аристократическая находка реально просто можно сейчас переодеться в костюм одеть галстук и уже идти я не знаю, <laughs> устраиваться куда-нибудь в офис на работу. Просто офигенно. В этот момент на стриме я еще не знал, насколько дорогую находку я нашел. Когда пришел домой, я был поражен. Это оказался костюм от бренда Hugo Boss, в комплекте с которым был ремень, галстук и рубашка. Плюс чехол. И все в идеальном состоянии. Общая стоимость костюма в магазине 50 тысяч рублей. Жесть. Продавался он где-то месяц, и вот недавно его купили у меня за 13 тысяч рублей помойка радует меня, как обычно, блин, братва, я очень помойки люблю. У меня подсобиралась огромная сумочка с мелкими находками, давайте их осмотрим. Здесь уже сразу торчит Луи Витон. А это значит, что помойка снова радует нормальными более-менее находками. И, ребятки, зацените вот такую маску строительную, которая, в принципе, пригодится в быту или на стройке. А так-то ее можно продать просто на барахолке за 50 рублей. Коробочка от айпада, коробки я собираю, у меня тут уже подкопилась небольшая коллекция, помоечка дает мне коллекцию. А еще есть бутылка типа как кока-колы, но это для фанатов. Еще есть вот селфи-палка. Э, в этой сумочке еще есть кошелечек женский такой, в принципе, нормальный, целый. Из магазина Crop. Плюс в комменты, кто знает, что за магаз. Вот, кстати, неплохой чехольчик для пропуска он мне пригодится. Женские очки. Зеркало, шнурки. Это бирки на обувь, типа там Off-White э, круто стиль, йоу! Хамон. Брелок из Диснейленда. И, кстати, скорее всего, его там и покупали. Прикольная находочка. А вот, смотрите, для суеверных людей находочка. Одна копейка рубль бережет. Ну, короче, для суеверных людей. Какой-то типа MP3 плеер или что это? Ну, это не похоже на MP3 плеер. Ну, что это? Непонятно. Возможно, это просто часы. Флешка Transcend на 2 гига. Ну, в принципе, ничего интересного. Кстати, сумочка Louis Vuitton довольно-таки неплохая. Но это, естественно, паль. Это чисто вот косметику складывать. Вот еще есть материнская плата, очень древняя. Попытаюсь продать ее на барахолке рублей за 50. И то не факт, что за полтинник ее кто-то купит. Скорее всего, ей цена 20 рублей. Вот еще старая древняя материнская плата. Со встроенным процессором? Чего? Что вообще? Это как? Типа, я первый раз такое вижу. Ну, прикольно, типа можно будет продать за копейки, правда. Но все же. Новая маска для того, чтобы пилить болгаркой металл. Там ну, строительная маска. Короче, пригодится. Капец, сколько тут всего? Я в шоке. Коробочка от аирподсов. Просто сказка. Плюс одна коробка в моей коллекции. Две сувенирные кружки. Первая из Адлера, вторая из Сочи. Состояние отличное. Можно продать на барахолке. Пистолет детский. крепление для прошки, Вот эта тема интересная, мне пригодится для съемок. Неплохие перчатки для того, чтобы в них кататься на велосипеде, скорее всего. Неплохой табак для кальяна с никой, личи и так далее. Ну, короче, нормальный к табак, братва, нормальный табак для кальяна. И он, кстати, влажный, не засохший, хорошенький, по-любому очень вкусный. Но вот кальяна у меня, к сожалению, нет, был, но я продал. Еще есть маска для сноуборда. Вот это, кстати, интересная находка. Можно в ней на велосипеде гонять в дождь. Меня из этого всего приколол вот этот держатель для смартфона, который крепится в автомобиль на стекло. Он абсолютно новый. Здесь вот эта штучка даже у защитной пленки. Я в шоке, братва. Вот это реально крутая находка. Положу его в сюрприз-бокс. А еще есть вот такая прикольная шапочка, типа норковая. Возможно, этот бренд даже дорогой и вообще не шарю. Но ну, продам ее рублей за 100. И то не факт, что купит, так как мода на подобные вещи уже лет как 20 назад ушла. Еще есть неплохие куколки детские, полетят на барахолке кому-то в руки за копеечки. Удлинитель рабочий, кепка из KFC, пару AirPods, которые я еще не успел проверить. Еще одно крепление для смартфона, но это уже видно сразу, что это бюджетная залупа. Вот, кстати, как выглядит качественное крепление и как бюджетная залупа. Видно сразу, что э, Помойка радует меня, как обычно. Прикольный чехол для седьмого айфона. Рыбий. Сохраню, пригодится. А еще есть настольная игра прикольненькая такая, типа как лабиринт. Ну, интересно. Коврик для мышки x 7 gaming у меня, кстати, дома абсолютно такой же, только раза три больше. Этот очень маленький. Вы просто посмотрите на его размер. Но это что за бред? Как на таком коврике вообще управлять мышкой вообще нереально. Он очень маленький. Зачем такие коврики вообще придумали? Ну, спасибо помойке, она все равно меня порадовала. Вот еще, допустим, есть маечка Adidas прикольная, Стелла McCartney написано. Но, видимо, Adidas сотрудничал со Стеллой Маккартни. И они выпустили серию вот этих брендовых маечек. Ну, короче, маечка ништяк. Подарю и эту майку своей девушке, ведь она любит спортом позаниматься. А еще нашел красный Hyundai Solaris. Короче, братва, я в шоке. Недавно видел конкурента с таким же Hyundai Solaris. Hyundai Solaris. Только он был на белом Hyundai Solaris. Это мой конкурент на белом солярисе. Я реально в шоке. У меня просто нет слов. Вот он шарится в помойке. Подписчики на стриме были просто в шоке от такого конкурента. Блин, у меня просто была буря эмоций, типа, откуда у конкурента Hyundai Solaris? Ну, то есть, конкуренты, вы так понимаете, это мои бомжи, которые роются в помойках, в которых я тоже роюсь. То есть, они мои конкуренты. Я видел, по сути, того же бомжа на белом Солярисе. Возможно, он, кстати, его угнал. А может, и заработал с продажи находок. Обидно только то, что он добывает мои находки в моих кормушках. Вот еще есть дельфинчик, статуэтка. Жалко только, что эта статуэтка не антиквариатная, она типа не старая, а современная. Видимо, в какой-то сувенирке кто-то покупал. Продать этого дельфина можно будет на барахолке рублей, наверное, за 50. А еще нашел автомобильный антирадар. Вот это прикольная тема. Возможно, даже кто-то у меня его купит. Попытаюсь продать на Авито рублей за 200. А еще был найден вот такой крутой молоток, я думаю, многие из вас знают, что это такое. Когда мы едем в общественном транспорте, я думаю, мы всегда кидаем глаз на этот молоточек, и каждый хочет его заполучить. А тут он мне попался чисто в помоечке, просто кайф. То есть свой коварный план, который я замышлял давно в детстве, исполнен. А я даже и не думал, что когда-то я его смогу заполучить. И чуть не забыл вам показать прикольную находку. Нашел робот-пылесос от бренда Веледа. Блока питания в комплекте не было, поэтому пришлось заколхозить свой. И это, кстати, необычный робот-пылесос. Он не пылесосит, в принципе. Он типа просто собирает мусор на полу. На эту липучку продаются специальные круглые штуки, которые типа выглядят как тряпочки и собирают различную пыль и волосы. В общем, прикольная штучка, согласитесь. Здесь есть еще две кнопки с переключением каких-то режимов, но при переключении этих режимов я не заметил никакой разницы в работе. Положу этот робот-пылесос сюрприз-бокс. В принципе, в этой куче больше нет ничего интересного, кроме вот этого дракончика. Но он реально прикольный. Поставлю этого дракона к себе на полочку к этим черепашкам Ниндзя. Если понравился видос, ставь лайк, подпишись на мой канал, сделай доброе дело, а также запиши в комментариях, как тебе мои находочки, ведь помоечка кормит, и не всегда, но иногда все-таки вскармливает.